Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий. Ты чё, дурак совсем, что ли? Ты канал Куплинов Плей и Гренни 3. Собственно, все наши знакомые персонажи на экране. Бабка, дед, а непонятно их, то ли дочь, то ли кто. Вроде как дочь, потому что у нее есть внук. А вот, Гренни 3, она вышла на компе буквально, получается, вчера. Да прекрати! Буквально получается вчера, давайте, собственно, посмотрим. Отзывов в Steam пока совершенно мало, и вроде как, не знаю, посмотрим, короче говоря, как пойдет. На канале есть уже две части Granny 1 и Granny Chapter 2, она не называется как Granny 2, называется Granny Chapter 2. Короче, поехали, вроде как, я понял. Ладно, поехали. Надо было нажать play прямо вот буквально в этом, в момент, когда он стреляет. Так, значит, Granny Granny оба, графика высокая, музыка Слендерина, окей, Sound Volume. Короче, есть очередные уровни сложности, нормальные, нормальные, обычные, необычные. Практику, я думаю, называть не будем нажимать, потому что давайте посмотрим на все это в более-менее понятном варианте. Так, секунду, вот это я себе возьму. Вот этот Granny 3 значок, мало ли пригодится. Вот, и, соответственно, поехали. Значит, если что-то упадет на этаже, бабка придет, дед ничего не услышит. Если увидит Слендерина, если ты увидишь вот эту вот бабу, отвернись как можно быстрее. Тедди важный. Если ты застрянешь в капкане, посмотри на него и нажми удаленную кнопку. Ты можешь прятаться под кроватями и в шкафах. У тебя есть 5 дней, чтобы выбраться. Ладно, посмотрим на изи, потому что на следующий уровень сложности я, по-моему, никогда в жизни ничего не проходил в этой игре, потому что это очень сложно и вообще непонятно. Короче, ничему кого-то жизнь не учит. Он постоянно приходит куда-то в эти странные, непонятные места. Бабка с дедом, по-моему, из части в часть все лучше и лучше живут. От них постоянно кто-то сбегает. Вот эта полоса на экране, я не виноват. От них постоянно кто-то сбегает. Их давно уже должны были посадить в тюрьму или куда-то еще, но они до сих пор живы. У них то вертолет был в прошлой части, то теперь огромный замок в этой части. Кто мы? Зачем? Для чего? Нахера мы сюда поперлись? Объясните мне, пожалуйста. С какой целью ты сюда приперся? Где предыстория? Как это? Как будто осада замка какая-то была позаготовлена, только с обратной стороны. Осада выбега из замка. Хорошо. Что за полоса на экране? Я не знаю. Она вообще на записи есть, полоса на экране или нет? Типа это что-то связано с вертикальной синхронизацией, но как бы в игре ты видишь настроек прям совсем мало. Давай! Мы уже слышали. Давай, делай. Скорее всего, это что-то типа соли, просто очень, наверное, сильно летит и очень больно. Ладно, у нас есть 5 дней, а, соответственно, 5 попыток на то, чтобы попытаться это дело пройти. Как только нас ловят, день заканчивается, начинаются следующие. Нам нужно искать предметы, с помощью предметов открывать какие-то дальше запоры, замки, еще что-то. Не понял, а вижу. Открывать все вот это вот и проходить как можно дальше. Холд, окей, держу. И попытаться, в конце концов, из этого болота пиздеца выбраться. Выбираться можно несколькими способами, если судить по прошлым частям, что, в принципе, довольно даже прекрасно. Прекрасно и великолепно. Мы не можем таскать в руках более... Сесть на С, окей. Мы не можем таскать в руках более одного предмета. Поэтому все нужно делать с умом. Так, нужно, короче, подлог. Сюда нужно что-то поставить. Что-то на пьедестал, хорошо. Очень большая чувствительность, но что поделать. Что поделать, ничего не могу с этим решить. Так, нас заперли в подвале. Да, на записи тоже есть полосы. Но это все из-за вертикальной синхронизации, соответственно. Я тут ни при чем. В настройках игры были же настройки игры? Хе-хе, там вроде как ничего не было. Ладно, разберемся. Ладно, разберемся. Так, скелетик сидит, а так и не смог выбраться. Скорее всего, он не смог выбраться, потому что вот сюда вот не положили отмычку, как мне, не знаю зачем. Возможно, бабка с дедом решили на мной просто поугарать. Тупо поржать. Тупо поржать как бы и все. Не понял. А, блядь, кругом отмычки. То есть теперь здесь добавили фишку со временем. Нужно теперь примерно распределять. Так, ай, блядь, какая вот это поворот. И что мне делать? Ни хера себе, бабка меня увидела, мне пиздец. И что мне делать? Я нихуя не понял сейчас, ладно. Бабка меня тупо сразу прям спалила. Прям с самого начала.
Я ничего не ронял. Окей. Весьма, весьма странный дом. Так, я дверь за собой закрываю, чтобы просто спокойно рассмотреться. Так, шкаф — это прятаться, хорошо. Сюда можно было спрятаться. Тогда я оставлю его открытым, знаешь, для чего? Чтобы потом в панике не открывать. Так, кто-то куда-то щелкает, спокойно. А, спички, хорошо. А, это патроны, окей. Мне нужно... Сначала нужен дробовик, без проблем. А, может во двор выходить? Серьезно? Спасибо. Меня здесь крокодил не сожрет? А то мало ли. Во второй части, по-моему, был какой-то крокодил. Так, здесь, соответственно, можно, получается, уехать на машине. Но для этого, скорее всего... Так, отлично, патрон вижу. Для этого что? Да что, блядь, такое-то, ебать! Нихуя себе скримота. Так, я отвернулся. Она не давала мне отворачиваться. Она просто держала мышку на себе. Хорошо, опа. Что такое? Камешек? Хорошо. А как камешки? Г? Как кидать камушки? Е? Правую кнопку, левую кнопку. Как, блядь, как кидать камень? Пробел? Это спички кидать, хорошо. А камень как кидать? Пытаюсь найти кнопку, как бросить камень. У меня, по-моему, не получается. Так, хорошо. Ну, камень, скорее всего, нужен для того, чтобы отвлечь что-то. Средние кнопки, правые кнопки. Я не знаю, как это работает. Ладно. Возможно, нужно сесть на какое-нибудь стекло и туда его уже кинуть. Здесь есть управление какое-нибудь? Маус на сети, видите, окей, резюме. Так, а, кстати. Спасибо большое. Вот так. О, другое дело. Так, еще камешек, хорошо. Наверное, они нужны для отвлечения. Больше другого варианта я им придумать не могу. Просто, чтобы пытаться отвлекать кого-то. Так, нужен ключ от шеда какого-то. Окей, шед — это, скорее всего, сарай. Гильотина, ну все по стандарту. Обычный нормальный двор. Гильотина, сарай, мертвая река, слендерина на улице. На-на. Ай, блядь, отвернись от нее нахер! Какая она страшная! Я не могу, блядь. Так, закрыто. Ой-ой-ой-ой-ой, бабуля, спокойно, аккуратно, она медленная. Она медленная, да? Старая пизда бесполезная, ладно. Так, хорошо, это из-за уровня сложности. Пока что уровень сложности весьма и весьма мал, но это для того, чтобы хотя бы просто привыкнуть к игре. Чтобы посмотреть, что где может быть, что где можно делать, что примерно куда применять. Я не могу сказать, что мы посмотрим, что где лежит, потому что предмет постоянно рандомно туда-сюда спавнится каждый раз. Вот, поэтому пока что так. Пока что... Надо было, кстати, деда-то пока что выключить. Потому что... Блядство какое, я понял. Потому что дед... Да какая же полоса, это напрягающая, просто невозможно. Что, что? Блядь, да ладно, серьезно, вот это поворот, внезапная бабка, здрасте. Ладно, она не может меня убить. Она не может меня убить, я спрячусь от нее в шкафу, и пошла она в жопу. Опачки, опачки, спокойно. Спокойно сидим. Сидим, ждем, дышим через отверстие, дышим полной грудью, а спокойно. Восстанавливаем дыхание от скримеров внезапных баб. Где ты, Крит? Я тут, в шкафу. В шкафу сижу, бабуль, в шкафу. А, сижу в шкафу. Ты где? Ты сама-то где? Бабка! Бля, дед идет. Тупо идет дед. Ладно, я побежал. Пока не понимаю, как прятаться, если честно, вообще. Пока нашел чисто одно место, чтобы спрятаться. Просто одно место. Надо было перезапускать без деда. Два, на самом деле. Давайте сделаем вот как. Сначала main меню. Езда. Сначала main меню, потом play. Так, еще раз настройки смотрю быстренько. Я выключу пока что деда, потому что с ним невозможно. Так, шоу интро не надо. Интро мы с вами уже видели, интро мы с вами посмотрели. Это просто не с самого начала играть на высоких сложностях, это бессмысленно, потому что реально ничего об игре не знаешь, кроме того, как она работает. Я тебе объяснил, как она работает, ищешь предмет, открываешь что, проходишь туда, там то, там все, там вот это. Первым делом заметил машину, значит, ее можно, соответственно, открыть, это без проблем. Так, поехали. Здесь отмычка открывает просто на... Подожди, поменялось... Да ладно. Поменялся дом? Серьезно? А, нет, путаю, блядь, я перепугался, думал, дом изменился. Ладно, нет. Ладно, нет. Так, что с тобой? Я тебя тоже открою, пока что не знаю зачем. Пока что не понимаю для... А, вижу дрова. Хорошо, можно что-то поджечь. Можно что-то поджечь, это прекрасно. Что это такое? Да, Firewood — это дрова, да, можно что-то поджечь. Ладно, пойдемте дальше. Короче, хорошо, у нас осталась бабка, и это слендерина без деда пока что. Сложно. С дедом будет очень-очень сложно, деда нужно добавлять потом. Блядь, где она, где она, где она? Она может и в доме, что ли, появляться? Вот это явно вообще хорошее мне ничем не светит.
Если она появляется в доме, это плохо. Это очень и очень плохо, это отвратительно. Она в любой момент может появиться вместе с бабкой, и тогда все, смерть. Так, на улицу. Что нам делать на улице? На улице мы можем камушки посмотреть. Что? Ага, вижу. Так, на улице можем посмотреть камушки, можем посмотреть на бабку, зачем она тоже на улицу вышла, непонятно. Я не умею бегать. Shift не работает, непонятно почему. Ладно, бабку закроем на улице, пусть бабка дышит свежим воздухом. Бабке это полезно. Дышать свежим воздухом, вот это прогулочки вечерние, нагуливать, так сказать, опа, ключ от сейфа. Нагуливать, так сказать, сон, все это... Что? Блять, это не тот шкаф, где можно прятаться. Нагуливать сон. Так, спички, хорошо, спички, помню, ладно. По идее, для лучшего, так сказать, прохождения... Бля, вот можно спрятаться. Для лучшего... Или, подожди, вот скраф... Можно, окей. Для лучшего прохождения, по идее, нам все предметы нужно скинуть куда-то в одно место. Так, это чтобы что-то сжечь, да? Нет, это лифт. А, окей, это лифт на второй этаж или на первый. Или на какой-либо другой, хорошо. То есть у нас есть лифт. Внимательно смотрим. Так, ковшики, кастрюльки. Бля, где... Как... Не понял ничего. Так, ящики, кастрюльки, бочки. А, бочка полна воды. Отлично. Отъебись. Полная воды бочка. Это меня уже не пугает. Есть лифт, есть спички. Давай-то сделаем вот как. Я пока что сюда все буду складывать, в этот склад. Потому что здесь, если что, от бабки можем помансовать вот так вот вокруг. И бабка нас, собственно, не догонит. Да, так и сделаем. Если что, бежим с бабкой прям... Опа. А-а-а. Это выход на улицу, кстати, безопасный выход. Можно через улицу подать на склад. Да, отлично. Через улицу попадать на склад можно. Хорошо. Ой, блядь! Твою мать. Ладно, закроем. А дверь открывает? Нет? Как же кидаться в бабку камнем-то, мне интересно? Я все кнопки перепробовал. Камень тупо туда, куда отмычка добавляется. Закройся, я говорю тебе. Закройся. Простудишься, нахуй, бабуль. Простудишься. А мышкой колесико не убирается. Я все кнопки перетыкнул, которые есть. Ну, стандартные. Так, окей, медвежий капкан. Медвежий капкан, медвежья ловушка, на нее лучше не попадаться. Так, первый этаж мы... Да ети твою мать, блядь. Первый этаж мы, в принципе, с вами обсмотрели. Так, заходим сюда. Тихо, прятаться, 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 блядь, срочно! Р. Хорошо. Первый этаж, в принципе, изучен. И... Да не видишь ты меня, но ты мне какую часть говоришь, я вижу тебя, я вижу, а в итоге хуй на лыжи. Вот-то не надо. Так, ладно, пошли дальше. Главное не пропускать ящички. Ящичков очень... Это что такое? Ага, ключ от предмета. Скорее всего, там какое-нибудь ружье. Здесь нам нужно что? Здесь нам нужны дрова, чтобы их поджечь, да? Дрова поджечь и спички. Чтобы что-то запустить. Все, дрова где? Дрова у нас на первом этаже в тюрьме. В тюрьме. На нулевом этаже у нас дрова, хорошо. Можно, в принципе, сразу принести и попробовать. Спички у нас... Да, блядь, ты где нахер, я тебе говорю? Спички у нас на складе. Дрова у нас в камере. Соответственно, берем, пробуем. Можно вообще, как бы, блядь, этим поленом бабке поебалу разочек зарядить. И бабка вряд ли уже захочет за нами ходить. Ну, как бы, ладно. Нам нужно изучить дом на предмет различных срезов. Понимаешь? Где можно выбежать, где можно сбежать. Так, нет, не сюда, серьезно? Как бы, окей, ладно, не сюда. Допустим. Допустим, ладно, пусть будет так. Пока что не сюда. Как это играть на пианино, да? Ладно, поиграй спокойно. Пожалуй, я буду открывать вот так вот. Так у меня максимальный обзор, так я вижу, со всех сторон все ко мне идет. Со спины вряд ли кто-то зайдет, там получается стена. И какой большой дом. Какой огромный большой дом! Ага, окей. Блять, это зря. Это зря, наверное, ладно. Этот дом в разы больше, по-моему, тех, которые были до этого. Он прям реально просто огромный. Что? Ага. Тар-та-та, до свидания. До свидания, да. Так, раз, окей, уходим, если чего, сразу сюда. Пойдем отнесем полено на склад. Мы сейчас все с тобой будем относить на склад. Знаешь почему? Потому что склад для этого и нужен. Чтобы в нем все складировать, чтобы там все, соответственно, сложить. Чтобы все лежало в одном месте и не... Шо... Да, та ты ебейся. Чтобы все лежало в одном месте... И чтобы все примерно было ряды... А, это окей. Рядышком, чтобы все было. Хорошо. Запомни, у нас есть дрова, у нас есть спички, у нас есть ключ от сейфа. А сейф мы еще не находили. Да твою же ж мать, ты посмотри, какой напряг!
Это хорошо, она меня догнать не может. Ты представляешь, если бы она меня могла догнать? Могла догнать, и при этом был бы еще дед. Но ты понимаешь, что это было бы? Это был бы пиздец просто лютый. Сколько я могу камней подобрать? 3, 4, 5, 7. Может, я из них могу сделать один большой валун? И, соответственно, все. Так, вряд ли эта машина вообще куда-то поедет. Наверное, я на нее надеюсь вообще совершенно зря. Потому что, ну, такая хуета поехать не имеет права просто. Ты серьезно? Ты посмотри, что происходит. А если бы я все это время топал еще на высоких уровнях сложности, тогда бы что было? Эту игру вообще нереально пройти, в принципе. Окей, я не могу нести больше камней. Хорошо. Бляха, это очень сложно с самого начала, прям невозможно. Действительно, блядь. И бага гочет ходит. Так, ладненько. С поленом мы, значит, объебались. Пойдемте смотреть дальше второй этаж. Так, у нас тут умывальник, у нас тут какая-то ванная комната. Здесь что? Здесь что-то типа столовой, окей. А лифт связан со складом. Хорошо. Со складом и столовой. Так, а что такое? Аккуратно, спокойно. Без проблем. Ну, в принципе, здесь... Опа. Здесь везде, в принципе, можно побегать вокруг чего-либо. Еще один камин. Так, эта дверь, окей. Эта дверь сквозная в коридор. Это сразу нужно открыть, чтобы уметь от бабки убежать, если что, по кругу. Что второй этаж хоть пустой. На втором этаже есть что-то пока что вообще ничего полезного. Оп, что это такое было сейчас? Что это было сейчас? Что это было, я спрашиваю? Это дверь? А, нет. Я просто могу что-то пропустить. Логично было предположить, что в камин нужны дрова, но почему-то они туда не нужны. Так, уходим. Да идешь нахер! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оу-оу-оу, тупик-тупик. Спокойно. Бля, вот заебало. Так, да. Ай! Вот твою мать! Не, серьезно, а есть люди, которые проходят эти игры без багов, честно, на уровень сложности выше легкого? Я просто в это не верю. Ну, типа, совсем включенным с бабкой, с дедом, со слендериной этой ебаной. Мне кажется, это тупо нереально. Так, спокойно, не мельтешим. Не мельтешим, аккуратно смотрим, что куда. Что у нас здесь? Не надо. Подожди, в этом... Кокос? Окей. А что внутри кокоса? Это нужно сходить на... Это нам нужно сходить на гильотину, разрубить кокос и, соответственно, получить то, что внутри него. Это нужно сделать как можно скорее прямо сейчас. Вопрос у меня есть, присутствует. Если я спрыгну вот здесь, вот я смогу спрыгнуть здесь вот? Так, а что такое? Нужен предохранитель. Это открыть ворота, хорошо. Открыть ворота. Ай, да иди ты нахуй, надо было тебя выключить! Блять, вот это все плохо. Я могу упасть вниз? Спасибо. Фух. Есть, окей, есть, короче, срез уже хорошо. Пойдемте разрубим кокос. Мне кажется, сейчас катастрофически мало предметов у меня в игре. То есть, получается, нашел спички, полено, ключ, кокос. И больше я, в принципе, ничего не находил. А если бы здесь еще бы дед был? Эта игра затянулась просто, блядь, на бесконечное количество времени. Так, ладно. Ключ. Weapon key, окей, weapon key, weapon ящик. Weapon ящик серый такой был на втором этаже, все, поехали. Будем начинать применять предметы по их назначению. Да я не могу, она просто ходит по пятам за мной. Это реально нереально, это невозможно, это глупо как-то. Это, бля, ёбаный бред. Просто полнейший бредя. Нахуй ты выключил ключ? Спокойно. Как она... Страшно, как она разговаривает. Так, а может быть здесь? Подожди-ка. Нет, не здесь. Значит, на втором. Пойдем на второй, хорошо. На втором вот в этой комнате. Да, это он. А, слингшот? А, это выстрелы. А, вот для чего камни нужны. Все, понял, хорошо. Этим можно, по-моему, бабку немного задержать. Не совсем долго, но хотя бы чуть-чуть. Так, можно прыгать по крыше. Хорошо, с крыши спрыгнуть можно вниз без проблем. Камни, я так понимаю, на улице бесконечно появляются. Сейчас спокойно, идем по третьему этажу. Бабки нет, давайте... Так, а... Бля, молодец, пиздец. Так, а как пройти... Не понял. Через крышу, что ли? Пойдем через крышу. Да, блядь, не застревай на лестницах!
Так, ну бабка старая, бабка по крыше не полезет явно. Ладно, хорошо. Эти предметы бабку ненадолго вырубают. На чуть-чуть, совсем маленько. Прям на самую малость. Прям вот, прям кукулечку совсем. Так, пока крышу. Крышу спокойно, крышу внимательно. У нас здесь столько всего, но кажется, всего так мало. Пока что я так понимаю, что можно просто сбежать через ворота. Причем не на машине. Сбежать через ворота и как бы все. Так, это у нас куда проход? Ага, это в ту комнату, где мы там были. Ну, типа, чтобы сбежать на машине, как минимум нужен полностью движок. А где я, блядь, возьму полностью движок? Движок — это не такая простая приблуда, которую можно просто взять и все спокойно сделать. Так, кресло спокойно вижу, раз проход. Раз проход вниз здесь. Больше, по идее, проходов я не вижу. Ну, хорошо. Вообще, в принципе, наверное, можно было бы попрятать что-нибудь вот здесь, на крышах. На вот этих, знаешь, этих крыльцовых, мансардных, непонятно, как называется. Так, раз я здесь, хорошо. Еще один лифт, прекрасно. Еще один... А бабка сюда может попасть, нет? Еще один лифт, который может мне что-то сюда что-то доставить. An old crib. Старая коляска, скорее всего. Так, и что? И что, блядь, мне в этой игре делать? Я тебя серьезно не понимаю. Вон туда как попасть? Что? Опа. Ваза. Ваза, скорее всего, нужна вниз, чтобы поставить на один из пьедесталов. Хорошо. Ваза. То есть вазы, по идее, могут быть... Опа. Блядь, это опасно. Я без камней могу остаться и обосраться. Ладно. Куда она упадет? Куда она упадет? Вот в чем вопрос. Так, здесь я пройти уже точно не могу, ладно. Хорошо, запомним. На втором этаже у нас арбалет. Сейчас отнесем одну вазу. Блять, чуть не поперхнулся, пиздец. Ой. Аж до слез поперхнулся. Я предлагаю найти следующую вазу сразу. Вот она, окей. А, просто эти можно покидать, наверное. Хотя бабка, скорее всего, услышит. Так просто... Да, блядь, какая-то внезапная старуха! Ладно, камней наберем. Камней наберем по дороге, не страшно. Пройдем через склад, она идет. Ладно, иди сюда. Иди сюда быстрее, иди сюда. Бляха, как я поперхнулся, прям невозможно. Так, ну камни, в принципе, появляются, ладно. Я не знаю, был ли он здесь изначально, но я его возьму. Давайте сразу камней наберем, потому что это очень полезно. Мы потом заберем себе еще раз арбалет. Опа! Доска! Встань меня нахуй. Вот доска, смотри, доска. Доска... все, я понял. Доска нужна, чтобы через третий этаж пройти туда, куда я не смог пройти, да, правильно, изначально? Это что такое? Так, это с чем-то соединено. Это провод какой-то, хорошо. Ладно. Доска, она кладется на пол, соответственно, проходишь спокойно вперед в ту последнюю комнату на третьем этаже, в которую не смог попасть. Это 100%, так работает. Так работает по-любому. Здесь патроны бесконечные. Точнее, камушки бесконечно респавнятся. Так, ладно, идем вперед. Идем вперед. Пытаемся попасть в подвал. И не спалиться перед бабкой в это время. Хорошо. А что за спецэффекты в подвале такие начались? Такого, по-моему, не было. А сюда ведь еще какой-то ключ нужен, да, получается? Подлог кей. Ага. Допустим. Да, блядь, отстань! Бляха, какая она внезапная, прям не могу. А как в подвале с бабкой разойтись? Вот в чем вопрос. Мне кажется, в подвале с бабкой разойтись... Так, подожди, сразу планку возьмем. Мы все равно идем на третий этаж. Давайте делать правильное время управления и предметом перенос. Мы сейчас берем сначала доску, тащим ее на третий этаж. Там же попытаемся ее положить через чердак. Да, блядь. Также пытаемся через чердак там положить, пройти. Если не получается, блядь, просто запомню, что она там доска куда-то применяется. И возьмем с собой вниз вазу.
Но просто как бы ваза вторая, я так понимаю, бесполезна будет без наличия ключа. А ключа у меня, как вы понимаете... Охуеть! Ключа, как мы все с вами понимаем, у нас с тобой нет. Нет у нас с тобой ключа, нет его, и все. Так, ладно, пытаемся. Сейчас сначала идем на третий этаж. Такая лестница здесь неудобная, просто ебанешься. На ней застрять прям вот, блядь, как нехуй делать. Раз, это застрял. Так, а значит, нам сюда? Нам вот сюда. Хорошо. Что-то не то. Блядь, серьезно, что ли? Ну, я ее могу только сбросить. Сбросить, в смысле, на пол. Но это не то, что мне нужно. Сюда, скорее всего, можно что-то положить. Хотя нет. Она перестала качаться. Я ее один раз покачал, и все. Больше действия покачать недоступно. Возможно, сюда... Нет, нельзя. Да бляха, отстань! Аж манекен, блядь, упал от страха от тебя. Какая-то секретная комната или что? Комната для теорий? Так, ладно. Делаем тогда вот как. Я здесь оставляю доску. Вот прям на столе. Блядь, так нельзя. Вот так. Иначе она будет мне мешаться. Арбалет я пока не беру. Мы берем сейчас с собой вазу. Ваза где? Так, это какой, блядь, второй этаж? Ой-ой-ой. Да-д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 а. Встань. Так, быстро. Я не полезу наверх. Я тута! Тута, смотри, вот. Да не залази на лестницу! Блядь! Аккуратненько. Не паникуем. Не надо. Лестница просто прекрасная. То на нее не залезешь, что с нее хуй слезешь потом. Хорошо, спокойненько. У нее просто... Она неровно, вот как-то неровно, вот как логично. Она, блядь, чуть-чуть закручена, это печально. Так, я серьезно, я не смогу открыть ключ. И у меня больше нет никаких вариантов, что куда можно применить. Абсолютно вариантов ноль. И что? И что? И где подлог? И что дальше? И что, собственно, дальше? Я, по-моему, пересмотрел все и везде, куда что-то можно применить. И как бы больше никуда ничего применять нельзя. Можно попробовать... Блядь. Вот что... А, вон там можно. Вот там она... Нет, здесь не получится. Здесь не получится не разминуться, потому что она просто же, получается, идет на тебя. Она не ходит вокруг. Она ходит не по твоей траектории прохода, а ровно к тебе постоянно идет. Все, пизда. Кстати. Все, кстати, пизда. Может, вот так? Может, прокатит? Бля, я третья ваза, все спокойно. Я третья ваза пошла нахуй, зараза. А звук-то какой? А звук-то какой придумали? Невозможно, смешной, страшный звук. Просто ебануться. Просто ебануться. Так что-то где-то упало. Из меня что-то вылетело, судя по звуку. Либо из бабки. Я просто, ну, хотел в бабку шмальнуть с арбалета, чтобы, возможно, из нее что-то выпало. Возможно, тот же самый ключ. Что где здесь упало, я не понял. Но, по-моему, ничего здесь нигде... Да эти опять все по новой! Серьезно? Так, а предметы-то остались? Да, окей, предметы остались. А что же где упало? И те предметы, которые я на склад относил, скорее всего, тоже остались. Ну все, короче, если ты забегаешь с бабкой в подвал, это конец. Конец нашему дню, соответственно. Нужно отдыхать, получается. По-моему, я все... А что это? Не закрыто ничего? По-моему, я... так, это можно тоже прятаться. Серьезно? Под кушеткой это можно спрятаться? Все ящики я вроде как проверил полностью. Ничего нигде я не нашел. Тогда я реально не понимаю, что мне делать дальше. Да ети твой... Эта часть, короче, выглядит совершенно так же, как прошлые две. Просто здесь другая локация. Небольшой скример появился. Ну и как бы загадки другие, я надеюсь. Но, по крайней мере, я уже вижу, что... Я не знаю, что делать с камином. Но как бы логично, что... Да отстань от меня, блядь! Как бы логично, что если есть дрова и есть спички, можно попытаться это дело каким-то образом поджечь. Но оно так не работает. Спокойно. Аккуратно. Тихо. Блядь, не туда. Так, здесь не получается, хорошо. Типа... А, сюда можно? Хорошо. Хорошо, понял.
Но это как-то странно. Два одинаковых камина, один из которых работает, а другой из которых нет. Да прекрати, ну бабуль, ну заебал тарать. Ты уже настолько дряхлый и старый, что просто не можешь меня догнать. Я просто пытаюсь от тебя сбежать, и все. Не еби мне мозги, не порть мне настроение. Я должен просто сейчас тебя выиграть. А, смотри, все на месте, просто ящики позакрывались. Хорошо. Все вернулось в свое изначальное состояние, но ничего, собственно, не пропало. Так, здесь я все смотрел, правильно? Здесь я ничего не видел нигде. Еще раз внимательно осмотрим, мало ли в порыве открывания всего подряд мы что-то пропустили. Так, ну вроде все нормально. Вроде все на месте, вроде все хорошо. Значит, идем на третий этаж, кладем туда... Подожди, а можно сделать вот так вот? Смотри-ка. Раз. Еще раз. Раз. Спокойно. Это лифт снизу. Окей. Он поехал вниз. Он поехал вниз, хорошо. Он до этого был наверху, я понял. Все, он приехал. Я пытался просто дрова сейчас накинуть. Отправить дрова наверх. И, соответственно, сразу со спичками идти тоже наверх. То есть, по сути... Я могу сейчас положить дрова в лифт. После этого я могу... вызвать, точнее, сразу нажать на лифт, он поедет сразу на второй этаж. Либо я могу также с уже заготовленным предметом вызвать лифт на том этаже, на котором мне он нужен, правильно? Все довольно логично. Все довольно логично, все довольно хорошо. Вопрос только в том, что можно запутаться. Но опять-таки, здесь ты не 500 предметов с собой постоянно носишь. Значит, один с собой предмет. Так, ладно, поехали дальше. Раз. Два. Надеюсь, не пропадет. Берем спички. Так, ключ на полу оставлю, чтобы вот так вот сделаю. Так, ладно, идем дальше. Идем через улицу. У нас третий этаж. Там есть камин. Мы сейчас там что-то подожжем. И оттуда, возможно, что-то где-то, может быть, сажа. Может, какая-то смола. Эй, дай пройду. Алло! Ну да, да мне, блядь, туда надо. Иди сюда. Вот-вот, давай. Блядь, как ее теперь обойти-то? Иди сюда. Так, пойдем в центральный вход. На самом деле, можно было бы чуть-чуть ее сделать побыстрее на этом разложить, чтобы просто вот так вот ее наебывать. А, подожди, центральный вход был. Чтобы хотя бы просто ее наебывать. Чтобы она побыстрее шла за тобой, и ты быстрее от нее убегал, и как-то было все это попроще. Дайте отстань! Ебать, дочь нарожалин заебала пугать меня. Так, хорошо. Закрылся, пошел наверх. Вопрос, на какой этаж уехал лифт? Скорее всего, на второй. Он, наверное, больше не ездит. Так, арбалет и... Нету нихуя лифта. Серьезно, где он на третьем? Он на третьем, получается, сразу? Походу дела, да. Походу дела, да. Так, ладно. Где у нас та комната? Это не та комната, хорошо. Спички сразу, значит, я бросаю... Да, не понял, блядь, как это работает. А на каком этаже мне нужно поджечь-то? На втором, что ли? Я запутался. Я запутался. Да, где бабка? Смотри, здесь я могу ходить, по идее. Все, я застрял. Ненормально. Так, она здесь, хорошо. Она здесь, я вот здесь. Так, это я бросил сюда. Она ушла в туалет, допустим. А где, блядь, дрова? Давайте вызовем дрова сюда. Так, что-то где-то упало. Возможно, я проебал дрова только что. А, нет, вот они. Да, окей, стой! А, он сквозной. Все, он не останавливается. Он едет с первого до третьего без перерыва. Хорошо, с первого до третьего. Так, есть? Есть. Хорошо, что дальше? Ага. Так, она пошла на кухню. Хорошо, что дальше? Дальше что? Нужно ждать, пока они сгорят. И там внутри что-то будет, да? Или нет? Или мне кажется? Сейчас, по идее, можно выйти на улицу, посмотреть, что случилось. Бля, где бабка-то? Вот, мы все вижу. Бля, запалил мне, да? Ладно. Так, тогда пойдем на третий этаж. Тогда пойдемте. Ну, а нахуй. Тогда пойдемте. Давайте попробуем по бабке ебануть разочек. Ну-ка, иди сюда. Ясно.
2 минуты 30 секунд неактивно, хорошо. Да отстань, я сейчас и тебе, сука, заряжу. По идее, только таким способом можно, получается, бороться с бабкой и дедом, когда они вместе и на более высокий уровень сложности. Но это нужно делать какой-то жесткий спидран от начала до получения этого предмета. Потому что иначе это будет очень-очень все не очень. Блять, ну лестница, ебан, как ты работаешь? Она очень плохо работает. Так, значит, у нас пошел дым. Где дым пошел? Эшет Кей? Так, ладно, это он туда, он полетит. Бля. Ладно, это вон туда он полетит, вниз у нас. А Шет Кей, это получается от сарая. Подожди, а каким образом это сработало? Каким образом дым, который отсюда полетел, мне дал проход к Шет Кею? Не умру? А кто знал? Кто знал? Кто знал? Я не знал. Так, ладно. Ну, по идее, мы сейчас ничего не потеряли. У нас все равно с собой нихуя не было. Ключ у нас выпал на улице, арбалет у нас тоже на улице, а нам как раз-таки на улицу и нужно было. А на улицу быстрее всего с первого этажа пройти. Все логично. Все логично. Это, наоборот, срез. Это я открыл срез просто такой небольшой. Раз, и мы уже там. Хорошо. Еще один камушек нужно подобрать для всякой пожарной. На всякий пожар, чтобы было больше стрелять. Так вот, пожалуйста, вот тебе арбалет. Вон там он должен валяться Шет Кей. Только не говорим, что он валяется на сарае, блядь. Это так отсвечивает. Бля, он валяется на сарае, я ебу. И как его взять? Ху ты, мать твою. Ладненько, так, вижу генератор. Генератор и медведи. Хорошо, медведи наверх. Медведи наверх, сразу я понимаю, для чего. Так, а что такое? А, не могу стартовать сейчас. Почему? Почему? Так, бабка, спокойно. А, беру медведя. Не могу, не понимаю. Я не понимаю, почему он сейчас не может его стартовать. Возможно, нет бензина. Так, а что за звук-то? Это от медведя так? Нет, нет, не его. Зачем ты меня? Так, подожди, а... Бля, что-то я умираю от него, по-моему. Что происходит со мной? Мне кажется, сердце ускоряется жестко прям. Это проклятая игрушка какая-то или что-то такое-то? Почему так жестко хуярит-то? Он сейчас просто сляжет, мне кажется, с инфарктом нахуй. 100% так будет. Просто сейчас с инфарктом падает, и все, и конец. Так, окей, минус линдерина. Хорошо, она мне теперь будет не будет мешать, да? Пожалуйста. Чё, как громко-то? Так, хорошо. Подлодочный ки... Окей, ключ подвального помещения, без проблем. Почему я так хуярил с медведя, я так и не понял. Так, бабка здесь. Бабки нет. А где бабка? Мне кажется, здесь как-то маловато способов сбежать, на первый взгляд-то. Буквально прям один, блядь. Запустить генератор. Генератор запитает открытие двери. И ты как бы просто сбежишь отсюда пешком. Так же, как и приходил. И что это? Что-то тяжелое надо сюда положить. Ну, это, походу, дело нарисован какой-то груз. А что у нас есть тяжелого? Полено, ключ от сейфа. Может, смогу встать? Это просто какой-то кусок железа, блядь. И что дальше? Не понимаю.
Понимаю теперь. Я думал, это просто какая-то синяя хуйня, это вода нарисована. Так, где у нас была бочка с водой? Вот этого я не помню. А, в складу, на складе. Хорошо. На складе была бочка с водой, без проблем. Да я тебе, твою мать, блядь. Ага. Ага, нормально. То есть от медведя, короче, меня колбасило это 100%. Давайте вокруг домика с ней пробежимся. Это наиболее короткий путь, я так понимаю. Там нарисовано... Я думал, что это не капли. Я не заметил, что это капли. Я думал, какие-то просто синие рисунки, типа как шахматы какие-то или что-то. Короче, мы сейчас наполняем один раз водой. Ну, либо если следовать двум каплям, то два раза водой. Смотря от того, сколько это заполнится. Полной воды лучше не бросать, хорошо. Типа брошу, значит расплескается, все логично. Нет, пока реально, пока я не вижу других способов сбежать. А в первых частях, а во-вторых, насколько я помню, можно было сбежать, во-первых, через главную дверь, уехать на лодке уплыть, уехать на машине, что-то еще, по-моему, можно было сделать, на вертолете съебаться. Да, окей, это работает. Здесь пока что я не вижу ни одного способа, кроме как завести генератор. Какой у нас день? Третий? Сейчас ни в коем случае нельзя проигрывать. Блять. Проиграешь, все, это по новой получается просто делать и хуйней страдать. Просто тупо тратить время. Ну, опять-таки, смотри, проходя это на легком уровне сложности, я не вижу смысла проходить это на более тяжелом. Потому что единственное, что изменится, просто добавится больше проблем. А суть-то одна и та же остается. Это, я не знаю, это как-то слишком сыро выглядит. Это выглядит реально слишком сыровато, как-то, ну, так себе странно. А ты, бля, прям как чувствовал, что она здесь, сука. Она здесь сейчас сказала что-то. Так, бросается капканами, хорошо. Ключ от сейфа надо не забывать, он здесь есть у нас. Бля, если я брошу это, она разобьется, правильно? А если вот так вот сделаю? Пошла нахуй. Чего? Иба бабка на приюшку идет. Иба на приюшку идет. Иба приюшка неплохая. Походу, надо хедшот было ставить. А то, по идее, одна и та же приюшка, эта бабка вообще из части в части не меняется. Она все время одинаковая. А тут еще со звездами получается. Почему, собственно, нет? Сейчас нам дадут что-то из подвала. Возможно, оттуда появится сейф. Ключ от сейфа у меня на складе. В этом сейфе, возможно, что-то лежит. Как раз кидар то, чем можно завести генератор. А, блин, ну да. Действительно. Бляха, надо было хедшот бабке прописать. А я даже и не подумал. Может быть, ее просто... Ладно, потом. Ее нужно сейчас еще раз где-то увидеть. Хуйнуть в ее хедшот. Она идет, кстати. Только что заметил, она идет. Самое, короче, жесткое и противное, и вообще не нужно, если она просто так откроет дверь и прям сразу меня въебет. Это будет очень плохо. Поэтому двери лучше... даже я не знаю, лучше открывать, не открывать. Блять, непонятно, что с ней делать в подвале. В подвале она точно тебя ловит на совсем и все. Здесь просто, ну, с ней никак не разбежишься. О, предохранитель, кстати, отлично. Предохранитель на три... Блять, какой-то болт. Какой-то предохранитель. Ты о чем, игра, ебанулся? Так, а где бабка-то? Она реально пропала, что ли? Ну, просто она не упала, у нее анимация была, типа, она сейчас немножко в шоке. Как бы в шок она сразу отойдет. Так, предохранитель есть. Нет электричества. Пойдем включать генератор, хорошо. Генератор, судя по всему, нужно заводить какое-то время, потому что там была полоска зелененькая полукругом, как та, которая происходит, когда мы делаем отмычку. Но у меня, по идее, есть арбалет. Блядь, какая! У меня, по идее, есть арбалет. Я им спокойно могу бабку вырубить и вообще просто спокойно заводить себе генератор. Вопрос, где сейф? Вопрос, где сейф, остается открытым. Где бабка? Иди сюда. Сейф это мы так и не нашли. Так, иди сюда, выйди на улицу нахуй, выйди на улицу быстро. Я въебу тебя и спокойно заведу генератор.
Так, ладно, спокойно, делаем вот так вот. Я это подбираю, сразу стреляю, если что, поехали. Да почему? А, провода нет! А где его взять? В смысле? Это провод? Блять, а где взять провод? Что-то я сейчас не совсем осознаю, где можно взять провод. Как бы я же все в этой игре открывал, я везде был. Где провод, непонятно. Еще не понятно, куда доску применять. Что за хуйня получается какая-то полная? Я куда-то что-то еще где-то не сделал, где-то что-то не применил? Ну как-то это странно, серьезно. Блять, иди сюда. Все окей. Вот так она выглядит на 2,5 минуты. Хорошо. Так, подождите, ящики открывал? Судя по всему, да. Сюда смотри, здесь ничего не поджигается. То есть это меня избило. Что-то где-то нет. Так, топор у нее взять нельзя. Хорошо, это не работает. Это не работает. Что здесь? Где здесь? Здесь вроде ничего, кроме смытия, нет, но, скорее всего, это тоже для отвлечения. Хуй его знает, на самом деле, не могу понять. Что-то где-то пропустил, что и где, не пойму. Куда-то нужно применить доску. Но у нас был один проход наверх, который мы не можем пройти. Вон туда, вон. Там нет ни дыры в крыше, ничего. Ну, как бы, если только кидать доску. Блин, давай кинем доску, попробуем. Я не знаю. Ее надо как-то кинуть так, чтобы она ровно легла. Блин. Она не кидается ровно. Охуеть, но это не то. А, подожди, или то. Отлично. Ну, естественно. 5 дней, это понятно. Это мы проходили. Так, теперь все стало ясно, хорошо. Хорошо, все стало ясно. Так, вопрос, как мне выкинуть арбалет на улицу? Очень хороший вопрос. Все понял. Так, давайте сделаем вот как. Это пока сюда. Это пока вон туда, вон. Спокуха. Отлично. Отлично, это там. Это там, это замечательно, это там на складе у нас валяется арбалет на всякий пожарный. Блять, надо было провод! Надо было провод на склад-то кидать, а не арбалет! Арбалет-то мне понадобился. Ладно, хуй с ним. Так, ладно. Хорошо, я не так понял все. Надо было сначала, надо оружие было себе оставить, а провод нахуй надо было выкинуть. Зачем я так сделал, непонятно. Ладно, заберем назад. Иди сюда. Тогда я сначала отношу арбалет к будке. Вот сюда арбалет. Сюда провод. Где сейф, я так и не понял. Ключ от сейфа есть, а самого сейфа нет. Так, есть. Допустим, идем открывать ворота. Камешек возьму на себя. Нет, камни, походу, респавнятся постоянно. Появляются все новые и новые камушки. Это прекрасно. Это прекрасно, это хорошо. Это меня радует, это мне нравится. Надо здесь как-то, я не знаю, себе внутренний какой-то или внешний, или что-то типа подобное, таймер поставить. Вот таймер для этих 2,5 минут. Дай-яй-яй-яй! Так, тихо-тихо, побольше расстояния, да, хедшота, спокойно, побольше. Допустим. Какая она, блядь, откуда тут взялась вообще? Так, ворота открываю. Открытый, пойдемте. Все, что ли? Так, ну 50, ну почти час, кстати. Почти час, но мы не раскрыли секрет. И бабка недовольна. Ты такая опять уходит. Еще один от меня уходит. Охуеть! А как опустить мост-то? А. Блять. Подожди!
А где сейф? Я нихуя не понимаю. Где сейф? Сейф куда-то спрятан? Скорее всего, в сейфе спрятано как раз-таки это колесо. А где, блядь, сейф? Вот это что за место? Почему здесь оно существует? С какой целью? И где-то есть сейф? Или это просто тупик, чтобы подъебаться? А, сейф за картиной, да? Нет? Да ну не ври! Ну-ка, сейф всегда за картиной, алло! В прошлых частях картины падали. А в этой не падали. Это очень странно. Это очень странно. Так, где сейф? Где он может быть? Серьезно, где сейф? Ну падай, заебал! Ты сейф же под картиной, нет? Ну а где может быть сейф, серьезно? Сейф же должен где-то быть! Бля, мне кажется, я весь дом уже вдоль и поперек обошел. Но сейфа до сих пор нигде нет. Так, ладно, внимательно еще раз. Это что за место? Все, понял, третий этаж. Третий этаж, там сейфа нет, хорошо. Это третий этаж. Это то, откуда мы вылезли. Это труба от одного. Она меня убьет, что ли? Она, скорее всего, не давала мне подобрать этот, подобрать ключ. Ясно, понятно. Так, а где же сейф-то? Я, в принципе, могу ей въебать камушком, но не знаю. Ясно. Да, она кусается. То есть это я на Е нажал, и меня укусила. Именно для этого нужно было разводить костер. В камине. Тогда ворона охуевает, подгорает жопа, и она, соответственно, улетает. Где сейф-то? А где вообще? Ну, как бы самое очевидное место это на третьем этаже где-то. Ну, а третьем этаже где? Ты сейф? Вообще не двигается. Может, в часах? Нет. Вот тут? Нет. А, это тень. Я думал, типа, выделяется. Ну, я тогда не понимаю, почему я не взялся... А, я не был на улице. Сейф за шкафом? Типа подозрительные книги, нет? Бля, я не знаю. Может, он где-то за дверями прячется? Может, за одной из разбитых зеркал, за одним из них? Может быть, за унитазом? И где он может быть, серьезно? Нашелся, сука, хорошо. Ладно, без проблем. Так, сейчас сначала. Мы сначала абсолютно точно верно делаем себе набор камней. Мы берем с собой камни. Мы вызываем, мы бросаем вот этот вот ключ от сейфа в лифт. Поднимаем ключ от сейфа на второй этаж. От второго этажа, да. На второй этаж. После этого открываем сейф, соответственно, само собой. Открываем... Так, это генератор работает. Открываем сейф и, соответственно, забираем оттуда крутилку для моста. Спускаем мост, ворота открыты, ёбаем отсюда через лес, куда-нибудь, куда угодно, лишь подальше отсюда. И как бы, типа, все. Все главное не... А, иди сюда! Сюда, быстро! Быстро, бля! Смотри, смотри, смотри. Ага. Так, хэдшотик пошел спокойно. Отлично. 2,5 минуты бабки не будет. Так, ключ от сейфа. Да не цеплять, не прицепилась ко мне. 2,5 минуты бабки не будет. Сколько это времени? 13.59. Хорошо, 13.59 у меня сейчас. У меня сейчас 13.59. Так, это сюда. Это сюда.
это сюда, это сюда. Пока я не запускаю его, потому что он едет наверх. Нам нужно будет его... Как живая. Как живая стоит, смотри, прям как настоящая. Так, второй этаж, это этаж с... Да? Да, окей. Так, это сюда. Вот это сюда. А я сам могу здесь спускаться? Нет, на секси? Мне кажется, я вполне пролазю. Хорошо. Так, ключ от сейфа есть. То есть смотри, легкий уровень сложности, ну, по крайней мере, пока ничего не известно, занимает прохождение час. Час занимает прохождение. Так, я не знаю, 359, сколько? 14.00. Не-не-не, давайте сначала это. Давайте сначала я скину туда, и мы пойдем с арбалетом, так безопаснее. Серьезно, уебу сейчас. Уебу, говорю. Спасибо. Так будет безопаснее. Не застрял, надеюсь. Так будет тупо безопаснее, потому что, ну, туда-сюда минутка, сюда-туда минутка, и все, и конец пиздец. Бабка может оказаться рядом в любой момент. А у меня при этом есть арбалет, и значит, все нормально. В прошлой части, по-моему, второй части, где был ребенок, этот сландерин, там было ружье еще. По-моему, ружье выбивало на подольше. Там тоже было что-то типа такого, но было еще ружье. Так, ладно, это вот сюда. А это, соответственно, сюда. 2,5 минуты точно прошло. С дедом было бы, конечно, гораздо сложнее, но я просто не вижу. Это какое-то очень искусственное, глупое усложнение сложности полнейшее. Вот и все. Вот как бы и все. А ты-то хули? Ты-то чё? Я тебе, наоборот, помог. Я спас тебя, этот проклятие с тебя снял, чтобы ты не пугала людей. Ну что за херня? Ещё-то недовольна, да? Как-то вот так. Мне, на самом деле, она как-то показалась же, это, ну, не такой, как первые части. Первая часть была прикольная именно вот тем, что как бы вроде что-то новенькое, хотя, по сути, это до нельзя упрощенный резидент, где в одном пространстве ты бегаешь и делаешь какие-то действия, чтобы продвинуться дальше. Ну, я постоянно сравниваю с резидентом, потому что это так. А вторая часть, она была более расширенная, более большая, а эта часть, она больше похожа на первую, то есть, ну, какой-то конвейер, на самом деле, понимаешь? Просто автор, по ходу дела, ну-ка, пизданука третью часть. Да, конечно, есть здесь орущий скример, который тебя отвлекает. Ну и как бы все. А просто нихуя и нет. Мне кажется, я открыл вообще все. У меня не осталось ни одного ни одного предмета, который я не использовал. У меня все было при деле, все как бы сделал. Вот, пожалуйста, спокойно. С самого начала, нихуя не видя, за час мы ее прошли с тобой. Даже чуть поменьше, потому что там перезагрузочки, все вот эти вот. Как-то так. Как-то так, не знаю. А эта часть меня, соответственно, расстроила, потому что я думал, она будет гораздо шире, объемнее, интереснее и веселее. Но вот есть как есть. Ссылка на плейлист с Толеми и Дихором в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем трещащих ручек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.